Зайчик Александр Владимирович, признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотрено статьями 24, часть 3, 193, пункт 1, 28, часть 4, 367, часть 2, по которому назначено наказание. По статье 24, часть 3, 190, часть 3, пункт 1, в виде 3 лет, 6 месяцев ограничения свободы. По статье 28, часть 4, 367, часть 2, в виде штрафа в размере 15 крупных сумм взятки, что составляет сумму 98 миллионов 94 тысячи 150 тенге. Доход государства по жизненным лишениям права занимать должности на государственной службе судьи в органах местного самоуправления. На основании статьи 58, часть 3 Уголовного кодекса Республики Татарстан, путем поглощения менее строго наказания более строгим, назначить Зайчика Александру Владимировичу окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе судьи в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Татарстан, его ведомства, государственных организациях и организациях, в основном капитале которых доля государства составляет более 50%, соответственно, статьей 44, часть 1, 2 Уголовного кодекса Республики Татарстан установить в отношении Зайчика информационный контроль на назначенный срок наказания в виде ограничения свободы и возложить на него обязательства не менять постоянное место жительства, работы и учет без уведомления уполномоченного государственного органа службы пробации, не посвящать ночное время развлекательно-вестительные заведения, ночные клубы, кафе, бары, рестораны,